Доброе утро, дорогие друзья. Вот ездили в клинику с новой ОИ, взяли отбор проб крови, смывы, мазки, анализ крови. В общем, будем ждать результаты. Еще раз. Тоже другие анализы там брали. Так, где у нас ойка? Ойка, ойка, ойка. Так. Ку-ку. Боец. Сидишь? Пойдем. Ой, молодец. Что-то выпустить, погуляешь. Ну давай побегаешь. Да, иди сюда. Стоять! Иди сюда, подожди. Ойка, да подожди ты, тянешь как. Все, иди поносись. Иди побегай. Иди. Иди бегай. Иди бегай. Иди бегай. Иди бегай. И Алита просится. Алита все тает, все выскакивает. Кто что бросил, где. Вон, сейчас я вам покажу. Я вчера, короче, из того, что есть из материала, вот пособирал тоже. А, смотрите, Алита просится. Ну нет, двоих не могу вас выпустить, бандюги. Вот уже напилял здесь бруски. Вот по стандарту вырезал, тут по 4 таких, 4 таких и 4 таких на каркас. Вот, в общем, вот сделал низ, вот такая будет размером. Размер у нее 150 на 130 для фурии. Вот фурия. Для фурии 150 на 130. Сзади вот такой сделал укрепление, чтобы она не шаталась. Также положил... Или шума, или ветра, фиг его знает. Положу утеплитель и сверху доской закрою. Посмотрите, как фурия бесится. В общем, процесс пошел. И сейчас еще думаю насчет камеры. Чтобы установить камеру во время родов. Как думаете, как вам идея? Пишите в комментарии. Бедный братиш, тебя фурия щемит. В общем, буду как-то делать короб железный, может, из профильной трубы туда камеру вставлять и проводить. Не знаю, если есть специалисты какие, кто может проконсультировать, как провести камеру. Она будет здесь стоять, будка эта, вот здесь, и надо будет проводить как-то к дому ее. Так, ойка, не подходить. Ну какая, посмотрите на нее, хвост подняла, готова ушатать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какая ты злая. Братиш, не лезь к ней. Он играться все любит. Ух ты, ух ты. Так, братишок, надо тебя отсаживать, короче, от нее. Ну какая злая. Ой, злая. Ой, злюка, ой, злюка. Я думаю, что она беременна все-таки. Что-то у нее как будто живот распускается уже. Кабанчик, кабанчик, фурия. А, подхожу, хвост отпускает. А ты что, иди, иди поглажу тебя, иди сюда, иди сюда. Так, где у нас, кто еще там? Ну, нападает сзади на меня. Ойка, ты давай не подходи туда, сейчас тебя закрою в клетке. Тайга, привет, Тайга. Осела. Посмотрите, как Акела за ней соскучился, аж пищит. Стой, Акела, молодуха тебе нужна, да? Да? Ты. Все, Тайга. Ну, нежится. Тоже к Акеле хочет, скучает за ним.
Этот ее зовет. Урия, конечно, капец. Ойка, иди гуляй, вон сколько леса. Иди гуляй, что здесь стоишь? Ладно, пойду переодеваться и доделывать будку потихоньку. Алита, ты на меня обиделась? А? Обиделась? Иди сюда. Что не выпустил тебя? Ну иди побегай. Иди побегай. Иди. Что? 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 Радостно. Иди бегай. Иди. Все, не прыгай. Иди бегай. Иди. Все, иди на себя. Иди, 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 бегай. Бегай, вперед, искать. Искать. Иди бегай. В общем, друзья, зашил я полностью пол. Что ты тут? Зашил пол, под низ положил вот такой вот утеплитель. На ночь, короче, занесу этот пол, бытовку натоплю, в общем. Занесу туда, чтобы она полностью просохла. Хорошо, два обогревателя включу, чтобы она не была влажной. А то на улице все, весь материал находился, тут и дождик, и в воде лежало все. Поэтому надо обязательно просушить. И уже завтра буду делать стойки, ну, ножки, каркас полностью. И надо еще вот такой взять ОСБшки, чтобы закрывать полностью верх. Ну и брусок тоже, бруска не хватало. Пилил вот из таких вот остатков, пол ложил. Не знаю, интересно вам это, не интересно. Ну, в общем, рассказал, как делаю пол. Алит, ты не хочешь к Пури с братишом? Нет? А как Еле? Все вам надо разворошить. Пойдем, Кокеля. Сейчас запущу, поиграются. Иди сюда, Алит, пойдем. Вот, умница, сиди. Заходи. Он спросится. Как Кокела тоже за ней соскучился. На сегодня у нас ночевала в вольере. Сейчас. Довольно. Иди. Ну, довольно. Идите бегать, вон Фурия ломает. Келась. Вот они, красавцы. Побежали играться. Вон, смотрите, у нас сегодня вот все во льду. Посмотрите, сколько там, не знаю, сантиметров 7, наверное. Чисто вода. Под деревьями тоже вода собирается. Друзья, вы немножко не поняли меня по поводу щебня и песка. Всякую фигню пишите там. Ну, говорю как есть, не буду вам там симпатии какие-то выражать. Отвечая тем, кто не соображает и кто ничего не понимает. Я говорил миллиард раз об этом, что песок будет завозиться и раскидываться по всему периметру, где грязь, где вода, где ямы. В первую очередь вот здесь, метр от забора. Вот здесь будет по всему периметру песком засыпаться. После этого щебень только будет засыпаться здесь также. Только здесь. Сюда щебень не будет засыпаться. Здесь будет только песок. Все, максимум песка раскидывать. А здесь уже по углам, по периметру щебень будет. Все, естественно, по всему этому не будем раскидывать его. И довольный.
радостная, скучает. Снег пошел. Тайга, ты чё, а? Тайга уже по поведению как ребенок становится. Она стареет и капризничает очень сильно. И ведет себя как этот, как ребенок. Где-то может не послушаться. Хотя она беспрекословно всегда слушалась. И слушается до сих пор. Но бывает, что вот моментами она уже, возраст у нее все-таки, она вот себя так вести начинает. Но как бы даю скидку ей на года, поэтому сильно ее не ругаю ни за что. Она Лита кайфует. По-хорошему вот эти все пеньки надо будет выкорёчивать. Но я не знаю, как их выкорёчивать. Это капец. Я помню, там пару пеньков выкорчил и с ума сошел несколько дней, потому что, блин, ну тут действительно выжигать их тоже не вариант, когда волки уже здесь. Ну все, Акеле этого не хватает, взбучки ему не хватает. Смотрите, еще больше деревьев переломали. Переломал, точнее, если быть. О, нифига себе, Акела. Алита, точнее. Нападение Воланда на волка. Посмотрите, как работа идет. Сразу в глотку цепляется. Вот так они, я еще раз повторю, в игре навыки свои приобретают. Конечно, собаки так не играются. Прям вот так вот, там, лапами, знаете, он как человек, там, задними лапами работает, всем вообще телом, челюстью, все задействовано у него. Налитка, он учится. Молодец. Ну иди, тебя тоже похвалю, иди сюда, иди ко мне, иди сюда, красотка, красотка, красотка. Смотрите на ее зубы, ей 11 лет, а у нее зубы, смотрите, в каком еще состоянии. Но ты неугомонная. Все тает тут. Да, не знаю, как переводить его, чтобы тут все делать, красить. Ну, по-любому надо красить этот домичек, коттедж его. Потому что он так сгниет через пару лет. Надо будет пройтись. Не знаю, если Фурия, дай бог, родит, ее потом можно перевести, а его попробовать загнать в вольер и здесь работы до конца доделать на неделю, может быть. Потому что здесь красить все надо, подкрашивать вот эти все ржавые места. Но это не вариант, чтобы он здесь был. Видите, как заржавело. Не вариант, потому что будет пробовать на зуб все, будет в нем валяться в этой краске, и капец будет тут. Иди сюда, иди ко мне, Акела. Не хочет. Ты свои зубки покажи, красотка. Ну покажи, покажи. Ну, ах ты какая, зубы, зубы, зубы покажи. Зубы, Алита, зубы покажи, зубы. Ну покажи. Вот ее учу команду зубы. Нифига не получается. Вот сколько ее не учил, сколько я посмотрел видео по этому обучению, что Паскал показывал. Нифига вообще, не хочет и все. Вот неприятно ей эту команду выполнять. Не хочет ни в какую. Я, знаете, хотел, чтобы потом, ну, вот так говоришь, зубы. И на фотографиях, или на видео это было вообще смотрелось шикарно. Но ни в какую не хочет. Ни за вкусняшки, ни за что. Кусать начинает. Ну, молодец. Эти тоже перед вольером деревья надо будет убирать. Площадку здесь чистить.
свободно им было. Акела, кто там? Акела. Он пошел за ней охотиться. Смотрите, обрезает как. А, деревья. Смотрите, реалита. Смотрите. Капец, так интересно. Я представляю, что они здесь творят, когда меня нету. Сколько здесь всего интересного происходит. Ай, молодец, Алитка, молодец, молодец, красотка, молодец, на медведя пошла, красавица. У нас, я уже говорил, вьюга воспитана была акелой, сразу с месяца на него кидалась. Алита также, кстати. А есть лайки, которые приводил лайчат. Ну, месячных, там, двухмесячных, какели давал. Они аж прижимались к полу, ушки прижимали и боялись очень сильно его. Хотя, ну, он ласковый очень был с ними. Но я тоже смотрел, если бы я как бы оставил его на денек, лаечку, то я думаю, любой он бы сожрал бы ее. Он просто видит мое отношение к этим щенкам, поэтому у него такое поведение. Вот. А так, если отвернуться, он и вьюгу пытался сожрать, и пытался сожрать и Алиту в свое время. Ну, как бы под присмотром, когда он это, типа, нечаянно, типа, давить начинает. Ну, очень хитрые, хитрые волки очень. Потому что не его ребенок, и он это, как бы, не особо, как бы, нравится. А потом постепенно, постепенно привыкаешь, видишь, что принял в стаю, и уже на ночь пробуешь оставлять. Сначала просто оставляешь без присмотра, там, на 20-30 минут, ну, когда уже уверен совсем, а потом уже и больше. Так у меня было с вьюгой, вьюга полностью воспитана была акелой, у нее и повадки вот эти, и хватки тоже, она как бы много переняла у акелы. Ну, а Алита, что тут говорить, она с волками тусуется, и с фурией, и с братишом, и с акелой, у нее вообще опыт гигантский, с тремя волками растет. Плюс лайкой западносибирской. Ну, короче, опыт у нее, конечно, ну, неугомонная. Че, защиту ищешь? Алита, уйди. Уйди с кадра. Уйди. Уйди с кадра. Алит, уйди. Да ё-моё, блин. Такой кадр с акелой, а ты, блин. Иди гуляй. Иди гуляй, хватит нежиться со мной. Я уже понежился, все, хватит. Да ё-моё. Смотрит.
Фуалитый брат есть, родной, тоже беленький-беленький. Беляш назвали его. Что белый, наверное, поэтому беляш назвали. И это он очень красивый, он такой крупный кобель. Там в Волгограде остался. Красавец вообще. На Алитку очень похож. Такой красивый кобелек. Видел, фотки мне присылал Леха. Все остальных. Рыжая еще в помете была, по-моему. Видел, ну, давно видел, полгода назад. А остальных, как бы, не знаю историю. Их было 6. Куда кто разошелся, не помню. Леха знает, надо спросить, что фотки мне поприсылал. Интересно тоже посмотреть. Ну, соскучились друг за другом, вот и теперь наигрываются. Шерсти вон торчат, друг друга покусывают, но, ну, может, еще весна, линять начинает. Но акеле еще рано линять, я точно знаю, когда он линяет. Но, может, здесь адаптируется, будет по-другому линька у него в другое время, здесь же теплей намного. Тут уже весна, уже сколько месяцев. Тут, по-моему, постоянно осень и весна в Санкт-Петербурге. Ну, была зима в этом году, кстати, была. До 30-ки доходила. Такой морозец здесь стоял. Привычный для него. Шубы, конечно, так порезвиться тоже в игрушечной зоне. Спрашивайте меня про братиша, почему не гуляю, почему я не вывожу его на поводке. Ну, друзья, ну, представляете, я пойду, выйду, да, там, он же тащит все равно. На территории особо не погуляешь. Акела начинает быть раздраженной, начинает ломать клетку, сетку. Фурия начинает ломать все. И... плюс, не дай бог, какой-нибудь сосед увидит, все. Как бы сразу вызовут полицию, милицию, и начнется вот это вот. Мне это не нужно, поэтому... конечно, жалко, что это. Тем более он уже, я не знаю, весит точно, ну, не меньше 50 килограмм, братиш. И вообще, как бы он такой, как потащит, так потащит. Бегать за ним. Вот они, кости натуральные, зубочистки для волков.
Алита, ты чё, царю? Руки лижешь? Лапы его? Блин, чё со светом не могу понять.